Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys, и сегодня соберем грузовик с кузовом. В наборе у нас наждачка, клей, две резинки, две оси разного размера и инструкция. В инструкции указано, на каких плашках мы можем найти нужные детали. Обращаем внимание на отличие деталей и их расположение. Детальки ручки склеиваются только между собой. Клей не должен попасть на дверь. Thank you.
Обращаем внимание на расположение рисунка. Переходим к кузову, крыльям и фарам. Клеим так, чтобы отверстия деталей совпадали. Второе крыло клеим по аналогии, но в зеркальном виде. Приступаем к колесам. Маленькие детальки для передних колес, а длинные для задних. Thank you.
короткая ось для передних колес, а длинная для задних. А также одну из осей используем для ровной склейки колес. Ось приклеиваем только к колесам. Второе колесо склеиваем по аналогии. Переходим к подвеске. Здесь нам пригодится вспомогательный инструмент. We'll be right back.
второй клеем точно так же. Крышка бака должна находиться сверху. Готово! У собранной модели вращаются колеса, открываются дверцы кабины, капот, откидывается задний борт кузова, а еще подвеска с амортизацией. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети LemmaToys. Пока-пока!